В Славянской основной школе Кохтла-Ярве в пятницу прошла традиционная международная конференция. В этом году она проводилась уже 7-й раз. По словам Ирины Путканин, директора Славянской основной школы Кохтла-Ярве, тематикой данной конференции стало не только преподавание различных языков, но и карьерное образование. Данная конференция стала возможной при поддержке международного фонда «Nord Plus Junior» и в рамках проекта, который реализует на сегодняшний день 5 стран – Латвия, Литва, Эстония, Финляндия и Швеция. И сегодня как раз у гостей конференции будет прекрасная возможность услышать доклады наших коллег из других стран и обсудить совместные проблемы, вопросы. То, что мы видели в Эстонии, в Таллине, в ПАЕ гимназии и в ИХВИ гимназии, в центре Инова и Рая Ледия, конечно, мы очень впечатлены тем, что у вас на государственном уровне продумано и сделано для того, чтобы ребенок получал реальную поддержку уже в школе с 1 по 9 или даже 12 класс. Поэтому все партнеры со всех 5 стран это все отметили, что эстонский опыт очень положителен, и его нужно применить в своих странах. На конференцию прибыло более 90 человек. В этом году программа конференции была построена следующим образом. Пленарное заседание, выступление в рабочих комнатах и подведение итогов.